В произведениях, созданных в период работы над алтарными картинами римских капелл Кантарелли и Черази, или чуть позднее, Караваджо стремится уже не просто играть типами и передачей их состояний, а выбирает сюжеты главным образом из Священного Писания, позволяющие раскрыть главные черты его нового художественного метода, в котором немаловажную роль играют и его живописные приемы. Поэтому яркое ощущение жизни рождают образы в его картинах «Марфа и Магдалина», «Жертвоприношение Исаака», «Христос в Эммаусе», «Неверие Фомы» и «Иоанн Креститель». Глядя на образы Караваджо, каждый из которых предельно портретно конкретен, невольно задумываешься, мог ли он, столь глубоко зная человеческие характеры, законы существования в мире добра и зла, верить в некую божественную силу, способную привести эти отношения к гармонии. Он был художником, ценящим в мире красоту и щедрость природы, частью которой является и человек, поэтому так остро ощущаешь, глядя на полотна Караваджо, его желание дать свою собственную, очень смелую для мастера его времени, оценку жизненных коллизий, показать в образах картинно религиозные сюжеты. По словам одного из итальянских исследователей, они стали для художника почти автобиографическими. Сложность эмоциональной жизни человека и его взаимоотношений с окружающим миром. Для маркиза Винченцо Джустиниани было написано полотно «Неверия Фомы», на котором тоже очень правдиво передана сцена из Евангелия с изображением Христа и апостолов, напоминающих простолюдинов. Апостол Фома не был свидетелем воскресения Христа и отказывался в это поверить. Христос, вновь представший перед учениками, предоставил Фоме возможность прикоснуться к ранам на его теле и, согласно евангельскому тексту, упрекнул его в неверии. Однако сцена лишена дидактики, хотя сам сюжет и несет в себе оттенок назидательности в вере, отвечающий требованиям католической церкви. Эти события описываются так. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст свой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блажены невидящие и уверовавшие». От Иоанна, глава 20, стих 26-28. На картине прекрасно видно 4 фигуры. Изображающие сцену Святого Писания. Стоит только расставить акценты в изображениях, обусловленные контрапостной игрой светотени. Светлым цветом выделяются белые одежды Христа, его фосфорицирующее тело, также головы и 2 плеча наблюдателей. Остальные неприметные предметы прикрыты тенью. Сразу бросается в глаза схожесть положения 2 изогнутых фигур апостола Фомы и стоящего за ним человека. Обрати внимание, что стоящая позади неверующего фигура практически полностью повторяет его позу. Образуется некое движение одной фигуры. Далее наш взгляд переводится на 4 головы, очень тесно взаимодействующие, вкупе образующие собой круг. Другие искусствоведы увидели ряд других фигур – крест, ромб и так далее. Совершенно не важно, какую фигуру имел в виду автор, важен лишь только тот факт, что головы явно между собой взаимодействуют. Интересно также то, что подобный ромб образует и общее построение фигур на картине. Немало значительно выделяется и тот факт, что фигура, стоящая напротив Иисуса, является его зеркальным отражением,
Даже рана Иисуса отображена на надрыве одежд святого Фомы. Так как основные символы изображения понятны, Христос – вера, неверующий – скептицизм, стоит обратить внимание на символику других деталей. Белый цвет одежд в данном случае ассоциируется с чистой, непоколебимой верой Христа. На фигуре Иисуса практически нет теней, она самая светлая в композиции, более того, кажется, что она является источником света и освещает остальные фигуры. Но светлая она за одним только исключением – той самой раны, в которой и усомнился святой Фома. Так чем же является здесь ее изображение – неверием Фомы или остережением Христа? Эксцентричную натуру художника тяжело назвать глубоко христианской, не говоря уже о прижизненных преступлениях автора. Возможно, такое разделение на веру и неверу отображало противоречивую натуру художника и вечный спор внутри него между бандитским поведением и стремлением к изображению святого.